Обшарпанные стены, потолки и лестницы покрыты плесенью и насекомыми. Это выглядит так, словно картина из какого-то фантастического триллера. Но, к сожалению, жители этого дома такие условия давно стали для них реальностью. Очень-очень, конечно, неприятно то, что в таких условиях приходится жить. Дышать сыростью, дышать вот этим вот в подъездах то, что происходит. То есть у нас здесь постоянно парник, постоянно эти потопы. Все это благополучно переходит к нам на стены. Плесень вообще во всей кухне, во всей ванне. Вот, от этого комары у нас в подъезде круглогодично живут, неважно, какая погода на улице. Помимо общего состояния здания и его подъезда, в доме есть проблемы с крышей и канализацией. Кровля течет уже давно. По этой причине квартира заливает до нижних этажей. А в подвале регулярно случаются прорывы, жалуются люди. На протяжении 11 лет у нас поменялось 4 компании, которые, значит, приходят, обещают, и толку ноль. Отремонтировали крышу с 1, 2 и 5 подъезд. После этого ремонтной крыши все потекло еще больше. Люди страдают, в том числе мои дети страдают, хотя я живу на первом этаже. Подъезды не убирают, двор не чистят, был гололед. Мы шандарахались здесь вместе с детьми, с садика невозможно. Когда это прекратится? Этот дом состоит на балансе Министерства обороны. Почти все жильцы – это военные или их семьи. Несмотря на это, находиться в этом здании опасно для жизни, сетуют люди. У нас аккуратно уши током и загорелись. У нас просто здесь все загорелось. У нас загорелось здесь. У нас перешло вот по проводам. У нас загорелось у меня лично внутри квартиры. Мы выключили свет. У меня в этот момент дома находились два несовершеннолетних маленьких ребенка. По словам жильцов, управляющая компания практически не занимается домом. И даже многократные обещания от людей не приносят должного результата. Никакой реакции управляющей компании на наши неоднократные жалобы нет. Приняли заявку, ожидайте мастеров, но действий в любом случае нет. Если даже звонишь напрямую ответственным за нашу ремонтную службу, также либо блокируют, просто заносят черный список, либо говорят, что мы вам можем сделать, у нас нет возможности, нет ресурсов, у вас там все течет, как бы справляйтесь как бы сами. Либо собирайте, складывайтесь и делайте за свой счет, либо ждите, когда будут возможности. Жители просят ответственные организации помочь решить накопившиеся коммунальные проблемы, ведь жить в таких условиях стало уже практически невыносимо. Дмитрий Павлов, Никита Калочкин, Дмитрий Лукин, СТВ.